Представьте, мы предлагаем вам сегодня заняться ремонтом. А у вас одно только слово «ремонт» заставляет кровь в жилах застывать. И вы представляете весь этот ужас, эту грязь, ремонтная бригада, с которой постоянно нужно общаться и по большей части ругаться. Но вам хочется обновить интерьер. Вы вернулись после дачного сезона домой и видите, тут стена, ну, мягко скажем, такая повредилась. И, может быть, тут обшарпанная стена. Ну, в общем, что делать? Блок интерьерного покрытия Нью-Йорк. К нам, кстати, за утреннее шоу присоединилось более 100 человек, кто для первой покупки выбрал такой способ ремонта. На самом деле это и не ремонт. Я сейчас познакомлю вас с нашим чудесным экспертом. И Алексей Мичурин, инженер, за его плечами более полусотни ремонтов, объяснит вам, как ремонт превращается в волшебство, в настоящее удовольствие. А вот и он. Итак, дорогие друзья, я готов уже рассказать про эти замечательные блоки, чем они замечательны. Ну, во-первых, вот такой формат у них удобный, 70 на 70 сантиметров, не нужно вам второго человека, не нужно напарника. Лицевая сторона имеет неровную такую рифленую структуру, в данном случае имитирует кирпичную кладку, а оборотная сторона – это клеевая сторона, которая приклеивается практически к любой поверхности. То есть поверхность ваших стен может быть деревянный в виде ОСБ-плиты, либо фанеры, допустим. Может быть металлической, может быть старая кафельная плитка. Может быть покрашенная, даже облезлая краска. Может быть деревянная в виде вагонки, либо бетонная или гипсокартонная. К любой стене данный клеевой слой великолепно зацепляет блоки интерьерного покрытия. Плюс ко всему, стены не нужно равнять. То есть вот то, что у вас есть, да, бетон необработанный, гипсокартон не ошпаклеванный. Можете взять блок и наклеить прямо на эту самую стену. Золотой ретро-дизайн называется. Раз. И готово. Плюс ко всему, блоки сделаны из материала, который называется ПВХ. Друзья мои, ПВХ не боится влаги, улучшает звукоизоляцию, имеет грязеотталкивающие свойства, выглядит стильно, современно, имеет амортизирующие свойства, звукоизоляцию, полностью безопасен для людей и живых организмов, ну и скрывает неровности стен за счет вот такой вот структуры. Посмотрите, можно использовать во влажных помещениях непосредственно в ванной комнате, либо на кухне. При попадании грязи и влаги с блоков вы эту грязь и влагу просто стираете. Она находится на поверхности, внутрь не проникает. Поэтому это практичный материал, такой же практичный, как и кафель, но дешевле и наклеивается в сто раз проще, чем тот же самый кафель. Кстати, авторский дизайн сделан специально для покупателей телеканала Shop & Show. Великолепный вариант для первой покупки. Конечно же, вы думаете, что обновить интерьер, не потратив при этом целого состояния, невозможно. А мы вам говорим, что возможно. Блок интерьерного покрытия Нью-Йорк, давайте выберем дизайн. Дело в том, что уже 6 вариантов дизайна, да-да-да, распродано. Поэтому то, что еще у нас есть, а у нас есть, чем вас удивить и что вам предложить, давайте сразу посмотрим. Вот начнем по традиции с белого. Белый самый популярный, потому что его выбирают не только для стен, но и для потолков. Белый, Стокгольм распродан. Золотое ретро вам очень нравится на нашей главной стене студии. Буквы, их, кстати, очень мало, менее 300 всего лишь. Бежевый сейчас будет распродан на грани исчезновения. Горячий мокко туда же пойдет, вслед за теми 6 дизайнами, которые уже распроданы. Альпийский дуб – это выбор Алексея Лапшина. Посмотрите, как выглядит этот дизайн. Сумерки, спросим у него, почему именно альпийский дуб он выбирает. Сумерки, кирпичный раз. Распродан был выбор Миколушки Комендрова. Старый город еще есть, но тоже крайне ограничен. Греческий мрамор. Давайте посмотрим. Вот он, греческий мрамор. Парижский туман распродан. Кленовый сироп распродан. Золото инков. Этот дизайн тоже распродан. Лов распродан. И, кстати, те, кто хочет карагач. Его очень долго не было, долго ждали. Ждали долго, распродан будет быстро. Менее 300. Там их около 280. Если точно хотите информацию, я вам буду давать, чтобы перегруженные линии вас не сводили с ума. Посмотрите, мы очень быстро. Алексей Мичурин очень быстро все делает. Очень быстро. И не только я, но и ты. Я тебе сейчас позволяю доклеить эту стену. Я буду просто подносить тебе блоки интерьерного покрытия. Мечта. Еще раз давайте посмотрим, насколько это просто, насколько удобно даже одному человеку оклеивать стену с помощью уже таких готовых блоков. Клеевой слой уже нанесен. Вам нужно снять просто защитный слой бумаги и как наклеечку вот таким образом наклеить. Антистресс. Держи. Обычный ремонт – это стресс,
А наш ремонт – это антистресс. Мы ломаем все стереотипы. Предлагаем вам для первой покупки выбрать блок интерьерного покрытия «Нью-Йорк». Они, знаете, появились в 2019 году. Держи. Боже мой! И цена, между прочим, была 4999 рублей. А сейчас она 1999 рублей. Почему? Потому что наши возможности безграничны. Нас смотрят миллионы. Более 100 человек только к нам присоединилось. И для первой покупки выбрали блок интерьерного покрытия «Нью-Йорк». А знаете почему? Потому что без грязи, без клея, без шума, без пыли, без посторонних людей в доме, без выезда из этой квартиры, где идет ремонт, вы все это можете сделать самостоятельно. Представьте, как это здорово. Ну и самое главное, вот кроме простоты, которую мы сейчас с тобой наглядно продемонстрировали, то есть меньше минутки у нас ушло, чтобы заклеить 5 квадратных метров, еще, конечно, и вот эти практические свойства, которые не сравнятся ни с каким другим материалом у данных блоков, потому что они имеют такую же влагозащиту и устойчивость к попаданию грязи, как кафельная плитка, допустим. Имеет такую же красоту, как натуральный кирпич, натуральная кирпичная кладка. При этом можно укладывать даже на неровную, неподготовленную стену. Я думаю, ни один материал не сравнится вот с такой универсальностью данных блоков. Ну и, конечно же, невероятно низкая цена. Все! Смотрите, несколько секунд прошло, и все уже готово. Давайте на обои посмотрим. Посмотрите, какие цены. 6590 в этом же, на этой же площади, 3930, а у нас по-прежнему 1999 рублей. Мы зафиксировали цены и предлагаем вам воспользоваться этим предложением и терять времени зря. Блок интерьерного покрытия «Нью-Йорк», так и скажите оператору колл-центра. Сразу же считаем, сколько вам необходимо. В одной пачке 5 квадратных метров, даже чуть больше. 1899 рублей цена для тех, кто оплачивает картой. Очень популярная опция. Ну и смотрите, золото инков у нас распродано. Последние, вот те, кто к нам сейчас присоединились, преимущества. Преимущество – простота, удобство наклейки, красота и защитные свойства стены. Звоните нам по бесплатному номеру, который вы всегда видите слева. Блок интерьерного покрытия «Нью-Йорк» – это вообще не ремонт. Это настоящее волшебство. Цена 1999 рублей.